Стефан, что стряслось? Где сэм Адамс? Не знаю. Меня ограбили. Я перевез сюда ценности, но пока меня не было, кто-то все украл, мерзавцы! Куда это вы? Вернуть мое имущество! Canada, et voilà qui m'a ravisé ma stupide ici. Il suffit. David, проклятый краснопузок! Как его стекает ночь? Молодчина! Молодчина! Вот как надо сказать, солдаты короля получают по заслугам. Дави, проклятый краснопузок! Дави, проклятый краснопузок! Не подданные короля! Дави проклятых краснопузок! Пора сражаться! Стефан, прошу, послушайте меня! Я слушал слишком долго! Эти грабители врываются в мой дом! Я отомщу! Виновные заплатят сполна! И их дружки! Придурки чертовы! По почкам бей! Чертовы варвары! Дикари! Деспоты! Покажи им! Проучите их еще! Хватите его! Почком бей! Ты безумцы! О, не хочу я на это... Здесь нужно спрятаться. Нет, пора бы домой, мамочки. Укажай, l'endroit croise mon chemin. Voici qui veulent s'approprier ma nouvelle demeure. Ах, вы мелкие засранцы. Да вы змеи! Мне конец! Зачем ему руки? Что-то не так. С несправедливостью можно бороться, но не так же. Дерьмо. Пора домой. Если верить последним вестям, у меня на родине снова война. Вечно так. Пострадает простой люд, а не герцог. Вот он, конец! Thank you.
уничтожен. Глупая тварь. И я должен сказать Джонсону, что его чай вдруг взял и сам сгорел. Вздор. Кто-то за этим стоит. И ты выяснишь, кто. А не сможешь, я тебя пристрелю и найду шавку умнее. Что будем делать? Сейчас узнаете. Кто вы, черт возьми? Да! За что? У вас нет права грабить людей. Даже по указу парламента. Какой парламент? Я работаю на Уильяма Джонсона. Джонсона? Прикончите его без шума. Прошу. Кажется, люди вас слушают. Как там ваши вещи? Люди слушают меня, потому что я говорю правду. Что в 1000 раз дороже содержимого моего сундука. Пусть Томми им подавится. Вы справились. Я же обещал вам Эль, когда вы мне помогли. Взамен предлагаю свою верность. Пусть это и немного. Вы помогли мне. И я благодарен. Теперь мне надо найти Сэма Адамса. Прыгнет вам в руки. Рыбачите вы в одиночку или с компанией. Стефан, как вам Эль? Дрянь, но пить можно. Мой отец был бы в ужасе. Но после дня работы с вами человеку надо расслабиться. Я бы предпочел хорошее вино, но здесь изысканности не найдешь. Ваш отец? Монтер, великий человек. Повар французской армии в 7-летнюю войну. Прошел весь север, кормил Луи Жозефа де Монкальма со штабом. Мог пир устроить из коры до ягод. Когда главнокомандующий предпочел открытый бой сидению на стенах в Квебеке, оружие дали всем, включая отца. Он погиб в бою. Говорят, дрался, как лев. Какая разница? Его больше нет. Он бы вами гордился. Лишь на это и надеюсь, что он рад моим решениям. Конор, есть время поболтать? Конечно. Славно. Я хотел спросить, а как вы ко всему этому пришли? Я не искал такой жизни, но думаю, это судьба. Я встретил Ахиллеса, едва-едва став охотником в своей деревне.
Это он сделал меня воином. Так просто. Не поверите, но я скучаю по кухне. В том мире у меня было куда больше власти, чем в этом. Но куда больше народу сейчас вкушает плоды моих трудов. И это меня радует. Мы по-прежнему можем все изменить. Французы с севера никогда не устают. Спросите дам. Кошелек лежит. Проклятые воры! Отвали! Хочешь получить? Подходи! Проходи давай! Не поймай! Он ушел. Здесь след простой, все как всегда. Бесит стражу. Кошелек лежит. Проклятые воры. Гони монету или затвали. Хочешь получить? Подходи. Проходи давай. Не поймай! Отстань от него! Глаза у него просто... Помогите мне! Конец им пришел. Вот спасибо. А то решили, будто они тут хозяева. Вам это не нужно!
Механическая штамповка всех размеров и видов. Американский представитель Прайса, Сита, Лэнг и помощники. Бостон Кантри Джорнал. Любимая газета Запэнни. Имя и репутация. Ну же. Бей! Я сейчас врежу! Дерешься как баба. Ты у меня договоришься сейчас. Стоять! Им кровь! Задержать! Он тут! Он на прицеле! Ты так от нас не сбежишь, идиот! Браво! Здесь нужны люди, которые не боятся действовать. Меня зовут Коннор. Отличное имя для валийца. А на самом деле как? Радун Хагиду. Славное имя. Используйте его. А я вот просто Дункан. Будет время, продолжайте свой труд. Этих подлецов давно пора остановить. Ваша работа приносит плоды. А я скоро вычислю, кто тут всем заправляет. Это не просто банда. Кто-то сильно пугает людей. Странно. А вы продолжайте. Зачем далеко ходить? Картошка, парень. Только здесь. Стори за все заплатим. Для экономии. Нам надоело ждать. Этим уродам, что мы стоим, они нас не остановят. Они заплатят за наши деды. Миша, я терпеть не стану. Я спрашиваю. Миша, достать.
Как будете в настроении, заходите, я все покажу. Только здесь лучшие цены для экономных людей. Что тут за дьявольщина? Проклятые воры! Гони монету, или знаешь, что будет. Мерзавцы! Гони деньги. И на, отвали! Хочешь получить? Подходи! Проходи давай. Не поймай! Конец им пришел. Вот спасибо. А то решили, будто они тут хозяева. Нормальные. Боже, надо выбираться! А, Коннор, ваши труды не напрасны. А теперь самое главное. За всем стоит один малый. Взялся из ниоткуда. Никто не смеет бросить ему вызов. Пока. Но нам нужны люди. Огонь выжигают огнем. Пора уже что-то сделать с негодяями. Я с вами. Отлично. Вот это парень. Давайте, соберем остальных. Паб закрыт. Все вон. Не знаю, оставаться ли тут в таких обстоятельствах. У нас еще есть кое-какая часть. Спешите, а то разберут. Вещики, возимся. Вы меня раздражаете, осторожно. Сюда! Нужна помощь! Только здесь лучшие цены для экономных людей. Осторожно, сэр, я вам понравился. Мы требуем ответа. Ищите выгодной цены? Мы ее не нашли. Ясно? Вы найдете усовершенствованное наследство Шеффа Мала для ваших нужд. Он был тамплиером. Из тех самых тамплиеров. Господи,
Я думал, это страшные сказки. Они настоящие. Поверю на слово, друг. Ну, был рад знакомству. Если понадобится помощь, в чем бы то ни было, обращайтесь. Тише, мальчик, тише. День добрый. Ну, как жизнь? Все хорошо. А у вас? Да не жалуюсь. Я все хотел вам кое-что рассказать. Я встречал вашего отца. Давно еще, в Лондоне. Мальчишкой. Ну, не то чтобы встречал, просто видел, как он прикончил человека в лондонской опере. Я сидел тогда с дядей на балконе, вышел облегчиться, а когда вернулся, там был ваш отец. Франт еще тот, рубашка и сюртук с иголочки. Дядя так обмяк, словно уснул. Но я все понял, пусть и был совсем еще мальчишкой. Наши глаза встретились. Кажется... Я в жизни так не пугался, как в тот миг. Я даже не боялся, что он меня ранит или что. Просто он словно насквозь меня увидел. Заглянул прямо в сердце. И мог бы раздавить его, если пожелает. Но не стал. Просто приложил палец к губам, тихо, мол. И я подчинился. А он исчез. Наверное, это было до того, как объявили о его предательстве. Он ведь сразу после отплыл в колонии. Поразительно, что вы там были. Как я был поражен, увидев вас, его лицо. Я не сразу обо всем догадался, но решил, стоит вам сказать. Спасибо. Как ваши дела? Весьма неплохо. Кажется, будто я вернулся на родину. Борьба за землю, за право молиться Богу по-своему. Но я довольно быстро понял, что борьба бессмысленна, и сел на корабль, идущий в Америку. Люди там так зациклились на том, как надо чтить Бога, что забыли, мы все дети Его. Истории меняются, и то, как их рассказывают. С Библией то же самое, и это корень всех войн у меня на родине. Но никто не хочет слушать. Не согласен с ними, значит, еретик. Но, мне кажется, тут можно многое изменить. Нас замечают, пусть и не всегда рады нам. Оттого я крепче сплю ночами. И это все, чего можно желать. Я бы хотел увидеть вашу родину. Правда? Да уж, вы бы вправили мозги кое-кому в Ирландии. Может, когда-нибудь я наберусь мужества и вернусь. Ха-ха. Поедем вместе, это будет забавно. Предложение, ты, наверное, что-то...
Бат. 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 Б